А, нет, у меня пушек нету. Он теперь амугус. Мы друг друга не убиваем, окей? Ладно. Секунду. Спасите меня. Рад был с тобой познакомиться, до свидания. Всем привет, сегодня будем смотреть постройки вот этих двух челик. Это зачем? А, это из Ставр Блица? Не знаю, можно ли это назвать пушкой из Ставр Блица, она просто... А ты тоже знаешь Ставр Блица, что ли? Ну так я там, да, играю, я... Так, ну, теперь давайте пройдем эксперименты с этой пушкой. Ну, можно сначала ей подумать? Да, хорошо, на F стрелять, а поворот на... Я ее посмотрю, а потом уничтожу. Ха-ха-ха-ха. Ой, я забыл. Ой. Ой, эта пушка не хочет пускать меня к себе. Я шпион. Ты бы сделал вот это из неон, тогда вообще красиво было бы. Вон это, сзади. Да, так это неон, но неон в стекле не видно. То есть это как ну, бы я неон, поэтому но говорю, он в стекле чуть-чуть находится, выдвинуть. Его плохо видно. Типа полосками, ну ладно. Так, вот эта штука, пушка. На F стрелять, на F. А зачем ты на пушке стоишь? Помогите. Ну ладно, давай, кого взорвать? Давайте корабль. Никогда не взорвал корабль. О, нормальная пушка. Ну а теперь взорвем пушку. Стой, можно тебя, пожалуйста? Ой, а она мало урон наносит. Больно не будет. Вроде мало чё, урона я хочу тебя... Я не про урон говорю, я хочу тебя в космос запустить. Не понял. А в смысле? Назад отойди, давай. Дальше. Отходи. Отходи назад. Ну, рад был с тобой познакомиться. До свидания. А чё это? Я не понял. Он теперь лысый. Мега хорош. Стоп, чё у тебя за лицо? Да ты страшила. С промокода. С игрушку покупал и с промокода. Так, ну ладно, теперь подождем пушку. Можно? А, давайте я корабль тогда уничтожу. Можно корабль дожечь, потом пушку. Да. Ой, может... куда корабль пропал? Ладно. Ну, давай тогда машину. Давай, самую красивую. Опачки. Ой, только крыша взорвалась. Ну, а нет, не только крыша, еще половина машины не стало. Так, теперь кого взорвать? Вот, давайте сложную операцию. Вы будете бежать ко мне издалека с зельками, чтобы подбить меня. А можно подбирать машины и с ними ехать. Отходите в самый назад карты, там, где стоит Бен и Нуб. Ну, по никам говорю. И возьмите зельки себе. Хорошо, я взял. Так, бегите ко мне на счет 3, 2, 1, начали. Можете подбирать машины и гонять на них. Ладно. Ого, вот это полет. Кого-то запустил, Вика. Нет, а нет. Такое зелье мне не нанесет урона, ну ладно. Хопа. А, ой, почти убил. Почти, почти не считается. У меня зелье пропало из руки просто. То, которое я хотел. Так, блин. Ай. Я сам себя взорвал. Спасите меня. Все, не надо меня убивать. Ой, Ан, ты сейчас сгоришь. Нет. Я сгорел вместе с пушкой. Пушка теперь сломалась тоже. Давайте, кто теперь будет в роли пушки? Я не знаю. Кто хочет быть в роли пушки? Ну, машинки надо заново загрузить, это уже не на чем гонять. Можно этого робота взорвать, он состоит из блоков. Давайте, сейчас я загружу снова пушку. Может, изоляцию выключите? Они такие бедненькие, хотят зайти. Давайте выключим изоляцию, ладно. Давайте. Они просто в основном будут мешать, как я знаю, хотя хз. Посмотрим уже. В общем, отключаем изоляцию. Молодец. Так, если ну, мы будем взрывать сейчас этого робота. Я могу в робота сесть и уходить. А, давай, ты будешь ходить. Кто будет или из пушки стрелять? То, которое более большое, но он разлетаться будет не так. Не, давай это, он красивый. О, в атаку, Таухоград. Ой. Да это огонек. Ой, что это ой, за ты горишь, огненная бомба? Ты горишь. Это не я горю. Это твоя пушка горит. Стоп, что это? Да, блин. Они же сейчас, по идее, будут в эту садиться, в пушку. Я нет. Готов. Эпик момент. Брось его в кольцо, блин. Ой. Нет, ну, как это, в баскетболе. У меня мяч. О! Так. Давайте, пусть он меня попробует. Включили. Ну, это мой старый робот. Ой, а Бен, похоже, с телефона, я так понимаю. Ай, как лагает-то этого робота. А в первый раз... А, идет робот. А, готов взорваться? Или что мы хотим сделать? Идея взорвать я его. Хотел пушкой взорвать его. А, давайте пушкой. Пушку загрузим, пожалуйста. Сейчас, стой, подожди, можно идеальный бросок сделать напоследок? Сейчас, секунду. Эпичный бросок. Прям в пушку. Так, все, я
это... Давай загружай. А, он тут будет стоять? Он же сейчас опять в нее сядет. Сейчас, секунду. Секунду. А? Когда пушка загружается... О! Лагает. Я успел. А там первый выстрел лагает. Ну, это понятно, мне тоже такое. Ну, я тоже таким количеством пушек стрелял, у меня тоже. Ой, они реально что-то делают. Так, ну, да, начнем уничтожать этого меня. Робота. А давайте начнем. Еще теперь диско-шар. Ого, неплохо. Но все равно мало. Что-то слабенькая пушка, на таких 10, как в настоящем оригинале. Ну, я бы мог сделать ее сильнее, но тогда это бы босс. Она еще дольше грузилась. Это там около 30... Босс. Это финальный босс. Нет, около я говорю 150. Именно... Что? 150, в этой пушке около 30. Я просто больше не вставлял, потому что оно бы тогда лагало и вообще не грузилось. Нет, я про другое, чтобы надюпать эти пушки, чтобы их тут пару стояло. А, понял. Можно тогда только делать эти пушки для других локаций, потому что каждая локация, она отличается. То есть они разные, эти локации. Нет, я говорю, не сохранять, просто на один раз. Мы сейчас будем босса убивать. А, окей, того кота. Можно дюбать. Кот, одевай свой костюм, мы будем сейчас с ним драться. Он типа проблема финальный босс, что... повербиться. Проблема что? В том, что я пытался эту пушку просто сильнее сделать, и оно не грузилось, то есть эти пушки просто не дюбались. Я могу, в принципе... Наверное, у тебя деталей не хватает. Ну, попробуй, давай. Только заново загрузить, чтобы фиксация была. Так, а где костюм кота? Где а я нас? Его не смогу водить, у меня скин другой. Ну, поменяй. Ну, я сейчас перезайду. Окей, так. Дюпаешь пушку? Ладно, ну, сейчас я попытаюсь, но она, скорее всего, просто залагает у меня, и все. И мне перезаходить придется. Не знаю. Ну, да, но вот оно вроде дюпается, но не знаю. Может, лагает. О, электрический да. Станок дюпнулся. Я пытаюсь есть конфетку, они пропадают. А из-за этого вот, поэтому я редко эту пушку бывает загружаю. О, конфеты. О, все. Ой, что это? О, нет. Кто-то начал что-то загружать. Так, все, я их разморозил. Это, наверное, Бен загрузил. Так, ну давай, нет. Мы будем с тобой эти. Мы с тобой отважные воины Товар Блица, которые будут драться с боссом. Так, пока что пусть твой друг загрузит другого робота. Может, друг да друг, может, как-то по-другому называть. Так друг друга не убиваем, окей. Ладно. К тебе этот хочет прийти. О, здрасте. Никле. Привет, ты в Ютубе. Ладно. Он этого знает, я ему сказал, что ты ютубер. Он просто хотел бы твой дискорд, но от первого, я пока не писал. От первого лица очень круто выглядит. Давай, только без динамита. Нет, Бену напишите. А, Бен англичанин. Ему нужно так писать на английском. На каком еще? О, так прикольно от первого лица выглядит, как будто... Ну, давай, бомби, огонь. Ой, что-то ты сам себя бомбишь. Ой, ой. Готовься, давайте прям бушку. О, где он? Огонь. Сейчас штука перезагружается. Ночь надо включить. Ночь, ладно. Я хочу. Стой, можно я побольше не он делаю? Нет. Что? О. Напишите Бену, чтоб принял меня. Ща. А, это вроде не Бена команда, это команда Руминса, мне кажется. И меня. Да, просто Бен сверху просто был. Ладно. Бен сверху, потому что у него ник просто такой, на Бен начинается. Всё, сейчас, подожди. Так, давай, в атаку, этот босс наступает, огонь. Давай, на штурм. Он не должен пойти, мы ни в коем случае не должны подпустить его ближе. Стреляй по голове. Огонь. Ой, да она даже не разрушается, он такой сильный. Ой, я задетонировали. Так, давай, целимся, целимся, огонь. Наводка, огонь, огонь, прям по курсу. А, босс непобедим, нужно более сильное оружие. А, тут ко мне какой-то подошел. Так ты даже не сел, мы его разрушить не сможем. Ну вот именно, я еще не сел, вы его уже разрушаете. Ладно. А ой. Это наша цель. Ты его пока одевай и на нас нападай. Но я уже его не могу одеть, потому что вы разрушили место, где он надевается. Ой, я подбил их. Те, кто хотел к нам побраться. Ко мне. Шпионов. Так сказать. Огонь. Почему он сам его загружает? Это несправедливо. Я говорю, чтобы съесть него. О нет, там второй босс заспавнился. Огонь по нему. Что это там такое? По нему сложнее попасть. А он Бен меньше. Поставил динамит. Стоп, стоп, стоп. О, робот из Фортнайта ожил. Робот из Фортнайта еще пришел. Тут еще босс. Еще один. А, что со мной происходит? Взрываем его. Кот, включи ПВП, так нечестно. О, он не пробивается. Кот, подруби ПВП. Угу. Нет, о нет. Все. Огонь. По противнику. Ого. Что это? Он теперь амугус. Давай.
Стреляем быстрее, пока можем. Бойтесь меня. А, он идет прямо на нас. Так страшно. А уже не страшный. Ой. Ого. Осталось разорвать его голову. Эпик момент. Все. Босс повержен. А, нет. Можешь убрать свои двигатели с ног, а то я застрял. А, это не мои двигатели. Ща я их уберу. Двигатели этого. Жди, сейчас. Еще на другую, вот, все, сейчас. Секунду. А что, я реально помог? По тебе можно стрелять? По кому? Все, теперь да, можно. Второй босс заспавнился. Что он от нас хочет? Первый босс повержен, но появился еще более сильный босс. Я не знаю, сможем ли мы с ним справиться. О нет, чего он так близко? Страшно. А! Еще страшнее. Надо ему лицо сломать. Где он? Ой, куда? Туда. Разворот артиллерии. Что? Куда? Он телепортируется. А, он взорвал мою пушку. Турель сломали. Меня ждет та же самая участь. Я боюсь этого. Не надо. Не надо, пожалуйста. Спасайся, спасайся. Я и так беспомощен. Не надо, пожалуйста. А, нет, у меня пушек нету. Нет. Что за ерунда? Я ж какой-то пузырик. Ай, что происходит? Всё, пора ему уничтожать. Третий сезон Фортнайта. Ну третий сезон. Это факт, третий сезон Фортнайта. Подъезжай давай поближе. Так, все, наши турели сломаны, босс победил. А, ну нам надо больше турелей. Да, но они тогда лагают. Не знаю, смогу ли я загрузить их. Огонь, взрываем его голову. Что мы теперь делать будем? Блин, я не знаю, там какие-то сферы взрываются. А это... Это колес. А, у нас мусор везде. На помощь. Я уберу турели, хорошо? Да, давай, убирай. Что у нас происходит вообще тут? Война.